Здравствуйте. Биржа Bybit была основана в 2018 году, она базируется в Дубае. С ее помощью вы можете торговать криптовалютными фьючерсами. В 2023 году Bybit превратилась в одну из крупнейших и наиболее уважаемых криптобирж с более чем 10 миллионами пользователей со всего мира, торгующих на платформе. В этом обзоре Bybit мы расскажем все, что вам нужно знать о платформе Bybit, о том, как зарегистрироваться на ней, о комиссиях и доступных криптоактивах. Bybit предлагает одну из самых передовых, безопасных и удобных в использовании платформ в криптоиндустрии. Эта платформа удовлетворяет потребности как розничных, так и институциональных трейдеров, она способна обрабатывать 135 тысяч транзакций в секунду, что намного больше, чем у конкурентов. На сегодняшний день Bybit никогда не страдала от сбоев системы, что наглядно говорит о ее надежности и стабильности. Репутация всей биржи растет, и в 2023 году Bybit сможет занять гораздо большую долю рынка, поскольку их инновации и улучшения продолжают привлекать на платформу все больше пользователей. Биржа открыта для всех трейдеров почти по всему миру, за исключением нескольких стран. Платформа была переведена на английский, китайский, корейский, японский, русский и многие другие языки. Этот список будет только расти по мере того, как сингапурская биржа продолжит расширяться и подключать все больше регионов. Bybit была основана в 2018 году владельцем и генеральным директором Bybit Беном Чжоу. Бен имеет опыт работы на Форексе, он успешно управлял валютной биржей в течение 8 лет. Другие члены команды Bybit имеют опыт работы в Morgan Stanley, Tencent и других очень авторитетных компаниях. Bybit производит хорошие первые впечатления, биржа выглядит гораздо более удобно, чем большинство других криптобирж. Внешний вид Bybit был вдохновлен интерфейсом Binance. Это также является плюсом биржи, потому что большая часть успеха Binance, возможно, связана с удобствами в использовании. На изображении ниже показан интерфейс Bybit в темной теме, при желании вы можете легко переключаться между темами. Цифровому поколению и трейдерам, которые постоянно находятся в движении, необходимо постоянно отслеживать свои открытые позиции. Именно поэтому Bybit создала мобильное приложение, доступное на iOS и Android, и обеспечила его хорошей функциональностью. Фактически, приложение дает вам пользоваться теми же функциями, что и сайт Bybit, с расширенными настройками графиков и управлением ордерами. Здесь трейдеры также могут установить новые уровни, при их достижении они будут получать пуш-уведомления на телефоны. Для трейдеров криптодеривативов на Bybit также есть эти расширенные формы ордеров, которые доступны на основной бирже. Это не очень распространено на других биржах, за исключением, возможно, Fimecas, у которой также есть свое мобильное приложение. В целом функциональность ордеров проста в использовании, поэтому приложение отлично подходит для быстрого доступа. Оно доступно в iTunes Store и Google Play. Уже десятки тысяч людей установили приложение на свои устройства Android и iOS, и отзывы, как мы видим, положительные. Биржа Bybit также добавила рынок NFT на свою платформу в 2022 году. Она уже собрала более 1 миллиона пользователей и входит в топ-5 NFT-маркетплейсов по количеству активных пользователей за месяц. Одним из самых больших преимуществ Bybit является его круглосуточная поддержка. На самом деле, только ради нее можно сразу начинать торговать на Bybit. Работники по обслуживанию клиентов реагируют очень быстро и всегда делают все возможное, чтобы помочь вам. Пользователи социальных сетей и YouTube-блогеры согласны с тем, что служба поддержки клиентов Bybit лучшая среди конкурентов. Спотовый рынок Bybit является одним из крупнейших в отрасли, его ежедневный объем торгов составляет более 3,4 миллиарда долларов. Этот рынок очень ликвиден и позволяет вам покупать и продавать на нем до 371 криптопары. Листинг на Bybit также насчитывает около 60 токенов на своей платформе спотовой торговли, что позволяет найти менее известные проекты, которые могут вас заинтересовать. Фьючерсный рынок Bybit является его самым популярным криптопродуктом, ежедневный объем торгов на нем превышает 10 миллиардов долларов. Эта модель бессрочного свопа, используемая для фьючерсных контрактов, гарантирует, что срок их действия не истечет. Так вы можете торговать биткоином с кредитным плечом до 100x без расчетной даты закрытия позиции. Механизмы модели бессрочного свопа идеально продуманы, но Bybit фактически скопировала модель BitMEX. Вы можете открывать лонг и шорт позиции на биткоин с кредитным плечом до 100x на Bybit, и вы можете держать их открытыми до тех пор, пока не решите закрыть. Bybit имеет ту же структуру комиссий, что и BitMEX. Тем не менее, Bybit имеет очень низкую комиссию за вывод средств в размере 0,5 BTC по сравнению со средним показателем на других биржах. Обычно он составляет примерно 0,8-0,9 BTC. Это означает, что комиссия за вывод средств Bybit на 41% ниже. Вы можете сами сравнить этот показатель в списке бирж,